На дискуссионной площадке, посвященной обсуждению развития культуры, спорта и молодежной политики, прежде всего рассматривались перспективы развития существующих направлений. Предложения по работе молодежного совета, первые результаты и дальние перспективы. Отмечено, что в Десногорске хорошо развиты спортивные секции и кружки детского творчества. Много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения. Среди предложений на перспективу выгодно выделяется создание единого портала культурно-досуговых услуг. Десногорцы считают, что в городе нужны современный кинотеатр и волонтерский центр. Требуется развитие международного культурного сотрудничества и туристической сферы. В ближайшее время общественные обсуждения пройдут на площадках организации муниципального управления.